Уважаемый господин министр иностранных дел Российской Федерации, рад вас в очередной раз, второй в этом году, приветствовать. Я знаю, что мы приехали в очень критический момент для всего нашего региона, который своим приездом вы подчеркиваете необходимость сохранения тесных связей, сотрудничества и диалога как между Россией и Грецией, так и между Россией и Европейским Союзом, поскольку без этого сотрудничества невозможно будет достигнуть стабильности. Όπως γνωρίζετε, πέρα του μεγάλου αυτού ζητήματος αφορά τη ειρήνη στην λεγόμενη περιοχή της Μέσα Ανατολής και ιδιαίτερα στη Συρία, τούτες τις μέρες σήμερα μας απασχολεί ιδιαίτερα και η δυνατότητα εξέλεσης μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό Βρόλο, όπου βεβαίως βιώσιμη λύση δεν νοείται με την συνέχιση της παραμονής τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στο νησί. Безусловно, особенно это сотрудничество необходимо для установления мира в так называемом регионе Ближнего Востока и особенно в Сирии. И в этом контексте я хотела бы сказать также о том значении, которое для нас имеет нахождение жизнеспособного решения по кипрскому вопросу. Когда я говорю жизнеспособного, то хотела бы подчеркнуть, оно никак не может быть связано с сохранением присутствия на острове турецких оккупационных войск. Мы же заказываем, что мы в месте мяс периода подметупизме параллельно кризис, тоже что дефора в профилке кризиса, την δημοκρατία και την κρίση ασφάλειας, πρέπει να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις οικονομικές σε αυτές τις κρίσεις και αυτές τις λύσεις αντιμετωπίζονται μόνο μέσα από τον κοινό διάλογο. Θέλω να σας πω πως φέτος είχαμε ένα πολύ οικονομικό έτος Ελλάδα-Ρωσίας. Έρχεστε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, προηγούμενη ήταν η παρουσία του Πρόεδρου Πούτιν. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη στενή συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, του τουρισμού, της οικονομικής συνεργασίας. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα επόμενα έτη πρέπει να είναι έτη πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Вы, конечно, лучше меня знаете о том, что сейчас мы находимся в таком периоде, связанном с современными вызовами. Это касается миграционного кризиса и проблемы терроризма, и кризиса безопасности. Регулировать все эти вопросы можно лишь путем совместных конструктивных решений через тесный диалог. Кроме того, я хотела подчеркнуть, что в этом году у нас очень конструктивный год Греции-России. Вы в Греции второй раз за этот год. Первый раз вы приезжали вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И сегодня очевидно, что в рамках этого года успешно развивалось сотрудничество, и мы должны его продолжить. В инвестиционной сфере, в туристической. Это вы знаете самое высокое человек, мы лучше поминали от президента Путина. Он всегда тепло вспоминает ваш прошлогодний визит в Россию и свой визит в мае, в ходе которого по итогам ваших переговоров был подписан очень солидный пакет важных документов. Судя Микири Профукурье.
протокола επιτρέψουν να σας διαβάσω τα θερμά χαιρετίσματα και καλύτερες ευχές από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Βλαντίμιρ Πούτιν, με θερμότητα αναμνή την επίσκεψή σας πέρσι στη Ρωσία και την επίσκεψή του στην Ελλάδα τον Μάιο, όταν κατόπιν των συνομιλιών σας υπογράφηκε ένα σημαντικό πακέτο εγγράφης. Мы очень довольны тем, как реализуется программа «Перекрестных годов» России, Греции, Греции в России. Какой интерес все мероприятия этих годов вызывают среди общественности наших стран. Убежден, что это будет способствовать дальнейшему укреплению наших дружеских и добрых исторических связей. Мы пропагандируем αφιερωματικού έτος μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδος και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έτος προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό και είμαστε πεπισμένοι ότι με βάση το έτος συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των παραδοσιακών σχέσεων πνευματικών και πολιτιστικών μεταξύ των χωρών μας. Наши торговли, экономических связей есть известные проблемы, но открывающаяся сегодня межправительственная комиссия российско-греческая по торгово-экономическому сотрудничеству, мы уверены, сможет обсудить пути преодоления негативной тенденции. Στο διμερές εμπόριο υπάρχουν γνωστά προβλήματα, αλλά σήμερα ξεκινάει η Μικτήβη Υπουργική Επιτροπή, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να συζητήσουν για τους τρόπους να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να βρουν τους τρόπους αύξησης του εμπορίου. Радует значительный рост числа российских туристов в Греции. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε την αύξηση των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Есть хорошие перспективы и в сфере энергетики, об этом тоже наши соответствующие представители говорят. Υπάρχουν καλές προοπτικές ωστόσο την συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και γι' αυτό έχουν συζήτηση οι αρμόδιοι πρόσωποι των χωρών μας. Ναι, безусловно, мы будем обсуждать с нашими греческими друзьями сегодня и в дальнейшем возможные пути содействия регулированию конфликтов на Ближнем Востоке. Και βεβαίως και σήμερα και στο μεταξύ και στο μέλλον θα συζητήσουμε με τους Έλληνες εταίρους μας τους τρόπους επίλυσης των διενέξεων, των συντρούσεων στη Μέση Ανατολή. И в случае Сирии, и в случае кипрского регулирования мы убеждены, что главное это выполнять то, о чем договаривались, когда принимали резолюции Совета Безопасности. Και στην περίπτωση της Συρίας και του Κυπριακού πιστεύουμε ότι το κυριότερο είναι να υλοποιηθούν τα συμφωνηφέντα που έγιναν κατά την υιοθέτηση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Мы твердо привержены тем принципам, которые Совет Безопасности одобрил в качестве обязательной основы кипрского регулирования и не приемлем попыток их пересмотреть, как бы их интерпретировать, выдвигать какие-то искусственно выдуманные сроки, либо вмешиваться в процесс переговоров между двумя кипрскими общинами. Είμαστε δυνατά προσιλωμένοι στις αρχές που είναι απαραίτητες αρχές του Κυπριακού. Είμαστε ενάντια στις ιδέες επανεξέτησης αυτών των αρχών, της καινούργιας ερμηνείας αυτών των αρχών, να τεθούν τεχνητές προθεσμίες της επίλυσης του Κυπριακού. Και βεβαίως είμαστε κατά των επεμβάσεων στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ну и точно так же по Сирии, почти год назад приняли резолюцию Совета Безопасности, в которой все изложено.